вот эта вот вещь, это очень интересная штука. Вот 40 евро, 20 минут. Из этих 20 минут вы где-то минут 5 обучаетесь. Ну, получается абсолютно у всех. То есть у нас не было ни одного человека, который бы не смог. А, рядом с вами находится инструктор. То есть вы одеваете вот такие вот ботинки. Вон они, видите? А, к ним крепится шланг. Обратная сторона крепится к скутеру, на скутере находится инструктор, и именно он регулирует подачу воды, напор воды, вот, то есть на какую высоту вы поднимаетесь. Если он видит, что вы теряете равновесие и начинаете падать, он сразу же убирает воду, то есть у вас не больное падение, а вы плавно просто опускаетесь. А, так это не сам ты газуешь, а он газует? Нет, только он, да, потому что у вас опыта нет. Вот, но если он видит, что у вас получается, то есть он вас поднимает выше, и вдоль побережья вы вот так катаетесь. 20 минут хватает с головой. Вот. Это у нас были гости, которые пробовали все на свете, были во всех странах мира. И вот от этого в восторге абсолютно все. Так, пошла подготовка на берегу. Все, вперед. Как себя чувствуешь, космонавт? Так надо было. Я ж просил 20 метров. Ну добро, мало. Супер, класс. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео. Ждем вас.